Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала оживаться какая-то чертова шпана. Какие верогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И делать реально. Если проводишь ее, эти козлы выяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Бен. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Том... Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться вечерком. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю, и мне решать, что с ней делать. Оли это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Это мне? Да, но боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она права. Все. Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэна ноте, Томми. Мама! Твой ангел Сара принесла еще еды! Это было очень мило. Да. Увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником Сэмом Трапани, и все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? А разве я не прав? Да, пожалуй, прав. Цветы для дамы, сеньор. Не, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знал, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет.
Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А, значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелло его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Куда это за сладенькое? Отойди. Это просто конфетка. Отвали от меня. Так уйди. Ни к чему гулять с этим уродом. Ух ты, вот это много. Не трой меня, это труп. Настоящий мужик, а не дура, смотри это. Да не из тех дамочек, к которым ты привык. Отвали от меня! Не отвалю! Томми! Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков. Ну что, получил, тупой урод? Эй! Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав, принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя.
Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Часто раны штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов. Но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего.